Six Nutrition. Здравствуйте, привет всем. Здравствуйте. What language you want to meet? To speak Russian, English? Окей, у меня только один вопрос. Кто в пятницу победит? Кто будет чемпионом в категории фитнес-олимпия, надо сказать? Ты сейчас вопрос серьезно задаешь? Да, конечно. Почему не серьезно? А как я могу знать? Потому что я уже точно знаю, кто. Во-первых, как бы все, что я могу сказать, я сделаю то лучшее, что я могу. И это все, на что я сейчас фокусирована. И, конечно, никак я стараюсь просто не думать о местах, о том, о чем думают сейчас фанаты. Я, конечно, очень благодарна за поддержку и то, что вы в меня верите, но... Именно на данный момент мне нужно сфокусироваться на том, чтобы сделать лучшую физику и произвольную программу выполнить без ошибок. Так что это все, что я могу вам сказать. Я скажу так, как всегда, мы будем болеть за тебя. Спасибо, я очень-очень ценю. Ваша поддержка для меня это очень-очень важно. Надо, надо только сказать, что мы болели всегда за Оксану Гришину. Это было на ПРО с 2007 года. Да, я знаю, я помню, я этого никогда не забуду. Всегда со сцены вижу вас. А здесь тоже есть девочка из Словакии, которая в первый раз будет соревноваться на Олимпии, Наталья. И я желаю удачи, это замечательная атлета. Мы соревновались вместе еще в Испании на чемпионате мира, не помню, в Европе, мира. И в Литве даже соревновались. Так что замечательная атлета. Это доказано тем, что она уже столько лет периодически дает результаты и выступает. И... Это значит, что вы друзья, женщина. Да? Это значит, вы друзья. Конечно. Как нет? Столько лет уже знаем друг друга. Окей. Это значит, будем болеть за Оксану и тоже за Наталью. Обязательно. Спасибо, ребята. Я не получила, как бы, как сказать, одобрения делать свой клуб перформанс, рутину, потому что сцена Олимпии не совсем позволяет принести клуб на сцену, поэтому эта подготовка, конечно, была такой достаточно сложной, так как я готовлю две рутины с двумя совершенно разными концовками. Так что на Олимпии я буду использовать стул как часть моей произвольной программы. И через неделю, на следующей неделе, да, Arnold Classic, я буду делать свою pull dance. Ну, мы будем тоже на Arnold Classic, потому что... Отлично, значит, там увидимся. Так.